что мы с вами сегодня посмотрим? Мы посмотрим с вами лес. Подушкинский лес глазами краеведов и экологов. Одинцовские школьники отправляются в познавательное путешествие по спортивному парку отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Эта экскурсия – пилотный проект. Ценители истории и руководство спортивного парка. Задачи – образовательные и воспитательные. Чем больше жители города будут знать об истории родных мест, тем бережнее будут к этим местам относиться. Перед выходом на маршрут – экологический ликбез. Грамотное использование леса человеком, оно ему сильно не вредит. Когда человек не просто приходит в лес, внедряется, начинает там везде мусорить, а наоборот, старается мусор собрать, сухие деревья удалить из этого леса, больные деревья, обрабатывать различные лесонасаждения от вредителей. Все это создает лесу пользу. Руководитель экскурсионной группы, командир поискового отряда «Китиж», ученый-секретарь Одинцовского историко-краеведческого музея Антон Кузнецов. Шестиклассники внимательно слушают своего рулевого. На ближайшие 2 часа им предстоит погрузиться в историю этих мест. Будь то пойма реки Самынка или курганные захоронения, каждый объект обрастает историческими подробностями, позволяя ребятам представить события многовековой давности. Просто сидите, слушайте, мне интересно. И вот эта экскурсия, она заставляет их также, они это видят все вживую, они могут потрогать, более того, они могут и пообщаться и между собой, и с экскурсоводом, и с учителем, для этого, им это интересно. Им даже сама идея похода, что они идут все вместе куда-то, им одно это уже интересно, их это сплачивает, ну, как-то и запоминается эта информация больше. Спортивный парк отдыха – место уникальное не только своим ландшафтом, но и сохранившимися до наших дней древностями. Археологический комплекс «Одинцовские курганы» – объект федерального значения, 19 курганных групп, свыше 300 насыпей. 5 селищ эпохи Московского государства. Все это история родного края, с которой в парке планируют знакомить и далее. Ведь первый краеведческий маршрут уже освоен. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».